Укромное место рядом с лесом кто-то решил украсить старой мебелью, строительным мусором и отходами. Горожане, которые облюбовали поляну для прогулок, бьют тревогу. Злоумышленники не стесняются привозить мусор даже среди бела дня. Обнаружили мы это еще в начале года. Мы сюда приезжали с семьей отдыхать всегда. И вот началось потихоньку это все засоряться. Теперь уже сюда не хочется ездить, потому что здесь свалка. Приезжают люди, при нас приезжала газель. Они прям выгрузили спокойно, увидев нас, они не испугались, ничего, как бы так и надо. Мусор разлагается долгие годы. Целлофан может стать причиной гибели диких животных. Масштаб бедствия впечатляет. Президент России Владимир Путин объявил войну несанкционированным свалкам. Центр общественного мониторинга Народного фронта в прошлом году запустил проект «Генеральная уборка». На интернет-ресурсе «Карта свалок» любой желающий может отметить проблемные места. Наш мусор появился на карте буквально на днях. Какие меры предпримет владелец земли, контрольные и правоохранительные органы, будем выяснять.